Начинаем открытие. Заходим в магазинчик. Зашли в магазинчик. Давай. Первый, кто там? Первый. Давай. По порядку пойдем. Пойдем по порядку. И давай. Первый, кто там? Давай. Ну-ка. Ну. Блять. Нема. Рахмани. Дальше. О, 1000 монет. Приятненько. Продаем. Дальше идем. Малый набор. Редких. Малый. Давай, малый. Принеси что-то. Ну да, бля. Блять, а Испания. Анджелина. А, и винши дубли. Блять, я вины для продажи. Ёб твою налево. Не можно. Ладно. Ну, кто? Кто там дальше? А, идем по порядку. Электрум, увы, набор редких игроков. Это за СБЧ-шечку. Ну, бля. Сака. А вин тоже дубликат. Ёб твою. Электромовый набор редких игроков. 82 гарантия. Гарантия 82. Гарантия. Гарантированный. Ну-ка, давай. 86, 7, 8. Ну, бля. Англия. ЦАП. Воден. И вин тоже е. О! Оба еще. Ладно, в список продаж. Погнали. Ну-ка. Смешанный набор. Премиум набор. Смешанный премиум набор. Ика, давай. Это кто? Ну! Блять, серебро. Бенес. И тут, короче, никого не будет. 100%. Пеночки, блядь, да не. Не судьба. Короче, дропчик, вообще не дропчик. Опа. А что это? Премиум набор золотых игроков плюс. Да не, это херня. Это финал, мать твою. Так, вот это, блядь, наградки. 3 игрока, премиум набор. Набор редких, набор ультимейт. Очки. Квалификации и 30 тысяч монет. И мы начинаем с пиков. Блять, команда недели, конечно, херня, ну похрен. Первый пик пошел. И у нас тут вообще тупо Рафа, Мартинелли и АПЛочка. Это для АПЛочки пойдет. Так, крайне правый пик. И у нас, блядь, опять Рафа. Опа. Соммер 87 и Квадрадо, ну можно поиграть будет. Можно будет поиграть. И останет пик. И вообще тупо, блядь, ничего. Вообще тупо. Возьмем рейтинг. Так, 3 пикца есть. 3 пикца. И идем открывать наборчики. Наборчики. Так, начинаем с набора редких игроков. Лучшие из лучших. Их хоть чем поймать, мы какого-то новенького игрочка. Ну, блядь, давай. Блядь, вообще тупо ничего. Обида ебаная. И дубликаты. А ну, откроем набор. Примем набор. ТТВ, команда недели, ну-ка, ну, давай, команда недели, давай, опа, что там дальше, ну, Аргентина, форвард, Интер, это у нас 86 Мартинес, 86-й Мартинес, ну, нормально так, нормальненько, что он там, что, почем, 20-19, ну, 20, короче, делать 20 штук нормально, и остается у нас набор Ультимейт набор. Сосредоточились. И раз, два, три. Поехали. Ну-ка, ну давай, пожалуйста, одненько, хорошенько, такое давай. Опа, очки, кто у нас? Ну, бля, давай. Италия, ЦЗ, еба. Айма, тити. Короче, такие вот был дроп в этой последней Последняя викинд лиги. Опа, чё. Короче, братва, я решил себе собрать вот этого быстроногого канадца Дэвиса и якось попробовать залинковать его себе в команду. Статы у него, конечно, бешеные. Прям бешеные. Характеристики: скорость 97. Удары, ну удары то такое. Передачи, дриблинг. Прям, я думаю, топовый левый защитник моей команды. Попробуем его якось залинковать себе в состав. Ну и зараз відкриємо пакси, які мені випали за нього. Там 3 наборчика. Таких слабеньких. От начнем с малого набора. Що у нас в этом малом наборі? Стеночки. Франція. Оп. О, Фікір. Привіт.
Балбес, что он почем? Нормально, пару штук можно за него взять. А тут вообще ничего. Япония. Итого. Итого нихера. Так, и следующий у нас крайний наборчик. Это электрумовый премиальный набор игроков. И у нас тут тоже никто. Ван де Бек. Ну, это, короче, таки дроп мне выпал за сборочку Дэвиса. Такой себе. Так, и сейчас попробуем как-то засунуть его в команду до себя. Чел ведь играл в мене там что 600 игр. 600. Ну, такий составчик я собрал. Кстати, мне вчера выпал в непродаваемых паках контент. Уже 3 баночки заколотил. И пока мне лучше вот этот, эта версия конте, чем та, яка в мене була, яку я собрал. Потратив на нього около 300к. Я теж вже 472 ігри відіграв за мою команду. Ну, коротше, як-то так. Будемо пробувати. Добавимо стільку. Що в мене нема? Ладно. Буде в нас гладіатор.